Кабинет компьютерной томографии заработал в тестовом режиме в Полоцком межрайонном онкологическом диспансере. Аппарат белорусского производства приобретен за счет средств республиканского бюджета. В новом компьютерном томографе воплощены передовые технологии сканирования. Система обеспечивает полный процесс диагностики, обладает повышенной производительностью и безопасностью, обеспечивает объемное сканирование настройки тела человека, а также дает возможность 64 срезов. Он решает вопросы, практически все необходимые для постановки диагнозов при патологии сосудистой, патологии центральной нервной системы, при травмах различных, при особенно вот дорожно-транспортное происшествие, мы можем увидеть любой орган, который поврежден. Ну и самое главное, это, конечно, сосудистая патология центральной нервной системы. Поэтому к этому аппарату будут привязаны соответствующие отделения, которые оказывают помощь. Глава Полоцкого райисполкома Игорь Маркович высоко оценил возможности нового медицинского оборудования, вникнул в процесс, поинтересовался цифрами заболеваемости в районе. Какой у нас это банк данных людей, которых, ну, по-настоящему можно склонно к высокий риск заболевания? Созданы контингенты скрининга, то есть это уже научно доказано, что, допустим, рак молочной железы чаще встречается у женщин от 50 до 69 лет. Они все собраны в базу. Разбиты на время периодически прохождения маммографии. База обновляется. Да, база это обновляет той женщины, которые уходят, ну, становятся и 70-71 год, и те, которые достигают возраста 50. То есть эта база обновляется, и эти женщины обследуются. Установка компьютерного томографа позволит улучшить качество оказания медицинской помощи, сократить время установки клинического диагноза, обеспечит выполнение стандартов оказания медицинской помощи, отметили представители областного и районного здравоохранения. В Витебской области компьютерными томографами оснащены все межрайонные центры. Осталось только установить такое оборудование в Лепеле и Глубоком по программе «Здоровье народа». Любовь Савко, Виктор Приходько, Саммит Плюс ТВ.